Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу Легенда 3х9. На основании из бруса. Вот такую замечательную нам тут распаханную почву предоставили после дождя. Все это, естественно, в кавычках. На мягкий грунт очень тяжело ставить теплицу. Сейчас будем копать, ставить какие-то столбики, чтобы теплицу у нас в дальнейшем не повело. У нас уже вторая теплица будет на этом участке. Вот шестерка стоит. С ней то же самое все было. Тоже на мягкий чернозем ставили. Лучше сначала ставить теплицу, а потом уже внутри нее все перекапывать. Да ладно, отступили от темы, пока разложились, приступаем к работе. Поставили мы каркас, нанизали поликарбонат, сейчас все это дело будем прокручивать, проклеивать. Сегодня у нас все несчастья, утром дождь, днем ветер сильный, но ничего, справляемся пока. Останется сделать еще одну дверь, все прокрутить, проклеить профиль, поставить уголки недостающие, подвязка, еще система подвязки у нас, и теплица будет готова. У нас завершился монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу Легенда 3х9, пойдем смотреть. По торцам у нас двери с форточками. Облицовку наблюдаем. Прижимные уголки. Они же облицовочные. Каркас сделан с профильной трубы 40x40. Покрашено все полимерным порошковым способом. Цвет шоколад. Стоит все на брусе. Брус 100x100. Пропитан антисептиком. Закреплен к земле с помощью якорей. Также имеются диагональные усилители. Есть у нас три стеновые форточки на термоприводах. Приводы деактивированы путем отцепления, чтобы не работали. Сейчас она закрыта на шпингалет. Оп, все. Также есть система подвязки 5 ниток. Поликарбонат здесь использовали 4 мм, 0,7 плотность. Такая длинная, просторная теплица. У полика все торцы защищены торцевым профилем обязательно, чтобы туда не попадала ни пыль, ни червяки. Вот такая классная, большая, надежная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока! Как я уже сказал, это не первая, это уже вторая теплица на участке. Первая вот у нас стоит 3х6, Легенда, тоже с форточками. Вот потеплело, можно зайти посмотреть. Здесь форточки ручные. Ух, урожай еще. Еще много снимать. Тьфу-тьфу-тьфу. Теплицы год. С теплицей все хорошо. Клиентам понравилось. Все, поставили им вторую теплицу.